учитель биологии и химии, Ифадеева Светлана Анатольевна, учитель художественного труда, представляем вашему вниманию педагогическую идею. Трисмоделирование – практический ресурс формирования экологической грамотности эко-следовой культуры. Мы предлагаем нестандартные методы формирования экологической культуры и практических навыков осознанного потребления, что позволит улучшить лично-экологический след. Актуальность обусловлена современными реалиями. За последние десятилетия изменение окружающей среды стало настолько масштабным, что ученые заговорили о глобальном потеплении, вызванном экологическим следом человека. Будущее человечества зависит от стремления к устойчивому развитию и осознанному потреблению. Именно поэтому организация образовательного процесса в Казахстане направлена на повышение качества экологического образования. Одной из нестандартных форм в этом направлении является ТРИС-моделирование. Цель нашей работы – раскрыть возможности ТРИС-моделирования при организации проектной работы обучающихся по развитию практических навыков в решении экологических проблем. ТРИС – это теория решения изобретательских задач. Мы предлагаем метод экологического моделирования в системе ТРИС. Используя возможности Google Form, мы разработали и сформировали эко-навигатор, который может использовать каждый человек. Модули ресурса – информационный, устойчивого развития и бережливости – практический. Особое внимание хотелось бы обратить на собранные материалы эко-навигатора, навигатора бережного и рационального потребления. В отличие от имеющихся интернет-ресурсов, наша платформа содержит тщательно подобранную информацию, жизненные подсказки, удобные для прохождения анкеты и доступные результаты. Особенно важно, что ресурс можно использовать без ограничения в возрасте и времени, с любого устройства, дополнять информацию и отслеживать динамику продвижения своего личного экологического следа. При помощи ссылки или QR-кода можно получить нужную информацию и дать обратную связь. Наши экологические навигаторы, рекомендации по бережному и рациональному потреблению всегда будут под рукой и доступны всем и в любое время. Применение приемов ТРИС-моделирования позволило нам спроектировать, разработать и создать познавательную развивающую игру Smart Graffiti, которая не имеет аналогов. Хотелось бы особое внимание обратить на возможности интеграции, межпредметные связи и метапредметный характер нашей Smart Graffiti. Начиная с этапа проектирования, в работе принимают активное участие дети. Здесь очень важно учесть особенности регионального компонента, экологические особенности именно той зоны, где учатся, проживают наши дети. При создании проекта и его практическом воплощении необходимо учитывать и реальные ситуации экологические, возможности прогнозирования будущего экологического развития. Также хотелось бы обратить внимание, что к работе над данным проектом могут привлекаться учителя различных предметов английского языка, биологии, физики, географии, химии, казахского языка, учителя истории, учителя литературы, то есть любые работники школы. И здесь большие возможности открываются для реализации возможного потенциала детей с особыми образовательными потребностями. Выполняя условия игры, учащиеся могут решать самые разнообразные экологические задачи. Те задачи, которые предлагает им педагог, или же учащиеся могут сами проявлять творчество, фантазию, экологическую грамотность и составлять новые интересные задания для своих одноклассников или для учащихся более младших классов. Например,
Применение азотных удобрений в сельском хозяйстве ведет к возрастанию содержания в атмосфере оксида азота. Укажите зоны риска своего региона. Положите возможные последствия увеличения использования азотных удобрений. Игра изготовлена из современного нетканого материала фетр. Фетр обладает высокими технологическими и гигиеническими свойствами. С ним легко и приятно работать, экспериментировать и создавать необычайно красивые цветовые сочетания. Работу над проектом мы начали с создания эскиза игры. На схему мы с учащимися нанесли основные зоны и объекты. Для работы нам понадобится фетр различных цветов, для изготовления съемных деталей липкая лента, чтобы детали с игрового поля отцеплялись и присоединялись, маркер для обводки деталей или простой карандаш, клеевой пистолет, стержни клея, ножницы разных размеров для вырезания мелких деталей, небольшие ножницы с короткими лезвиями, ножницы с удлиненными лезвиями, обводок, сантиметровая лента, линейки разной длины и фигурной формы линейка. Также в работе мы использовали кармашки со стендов, которые нам пригодятся также для изготовления карманов, и мат для нарезки мелких деталей. Учащиеся подобрали интересные трафареты, которые пригодятся нам для создания игры. Вырезали их, распечатали, вырезали из бумаги. И так у нас уже готовы получились такие группы. По зонам мы распределили их. Следующий этап работы включать – это изготовление фетровых деталей для игры. Сначала крупных размеров, а затем мелкие детали. На обратной стороне детали мы наклеиваем липкую ленту. На основу игры мы нанесли основные, более крупные детали, которые не являются съемными, и наклеили их с помощью клеевого пистолета. Также мы разместили липкие модули, на которых будут крепляться съемные детали. По нижнему краю мы разместили карманы для карточек с заданиями и съемных отдельных деталей. Затраты на изготовление незначительные, так как в работе мы использовали бросовый материал и подручные средства вторичной переработки. Трис моделирование открывает новые возможности для формирования экологической грамотности и навыков ответственного потребления. Совместно с учащимися мы изучаем возможности повторного использования силикагеля и проводим мастер-классы по изготовлению оригинальных поглотителей влажности. В мейкерской мастерской учащиеся разрабатывают, проектируют и создают интересные вещи из бросового материала. Это оригинальные шоперы, изготовленные из упаковочного бросового материала. Смарт-граффити можно использовать как наглядное дидактическое пособие на уроках по 7 предметам. При организации экологических квестов, выставок, оформлений можно дополнять различными деталями, дополнять содержание новыми вопросами и творческими заданиями. Материалы мастер-класса могут быть использованы всеми заинтересованными лицами и организациями, экологическими службами и предприятиями при подготовке акций, выставок, любых экологических мероприятий. Центры дополнительного образования, школы детского творчества, центры инклюзивного образования и реабилитации, семейные клубы, общественные организации, средства массовой информации.